поле зрения полицейских попал еще один житель Алатыря. В ходе обыска стражи порядка изъяли у 36-летнего мужчины нож в ножнах, 8 патронов калибра 5,6 мм, металлическое изделие, похожее на шпагу, пистолет «Кольт Анаконда» с 6 патронами в барабане и еще один разобранный пистолет. По словам мужчины, он является любителем, коллекционером оружия. Весь этот арсенал приобрел и привез из Москвы. Криминалистическое исследование признало часть патронов боеприпасами, а нож – холодным оружием. Сейчас в отношении ранее судимого алатырца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.